Малыши детского сада номер 25 в Успенском поселении подошли со всей ответственностью к концертной программе, посвященной Дню российской полиции. Помогали им в этом воспитатели. Ребята спели тематические песни, станцевали, прочитали стихи. О работе полицейских они знают достаточно много. Если какая-то случилась авария, это преступник и полиция едет на вызов. Чтобы поймать этого преступника. Если преступник украл деньги, они всегда ездят быстро и арестовывают их, и садят в тюрьму. Полицейские смелые, ловкие. Они спасают людей. Смотрят на дороги за порядком. Это такой человек, кто ловит преступников. ФССР заят в клетку. Малыши разделились на две команды и пригласили гостей принять участие в эстафетах. Самым ярким моментом концертной программы стало вручение подарков. Мальчишки и девчонки нарисовали портрет сотрудника внутренних дел и смастерили поделки в виде формы полицейского. В преддверии нашего профессионального праздника, Дня сотрудника органов внутренних дел, ребята подготовили потрясающую программу. Эти песни, эти поздравления, эти стихи, эта картина, которую нам подарили, просто безумно здорово и необыкновенно. В свою очередь, сотрудники полиции вручили детишкам сладкие подарки и искренне поблагодарили за поздравления. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».